Привет всем! С вами Антон Кучумов и канал Workout Fitness городских улиц. И сегодня мы поговорим с вами об одной очень интересной теме – о том, сколько должна длиться ваша тренировка. Теме продолжительности посвящено огромное количество статей в интернете, журналах и постов в пабликах. Самое главное, что вам нужно понять, это то, что продолжительность вашей тренировки является следствием, а не самоцелью. Она напрямую зависит от того, какие упражнения вы делаете на тренировке, сколько вы делаете подходов, сколько вы делаете повторений, какой темп выполнения вы выбрали, а также сколько вы отдыхаете между подходами. И все это, в свою очередь, зависит от вашего уровня подготовки и от тех целей, которые вы перед собой ставите. В любом случае, ваши тренировки – это не вопрос количества времени, проведенного на площадке, потому что ваши занятия – это работа, на которой вам платят за то, что вы делаете. Недостаточно просто прийти на площадку и посидеть на лавочке 2 часа и после этого ожидать какие-то результаты. Вам необходимо в эти 2 часа уместить как можно больше разных упражнений. Но это только одна сторона медали. Вторая – это прогресс. Вам всегда нужно следить за тем, чтобы он был в ваших тренировках. Если прогресса нет, значит, в тренировках нужно что-то менять. Еще есть 2 момента, о которых следует сказать. Во-первых, некоторые люди тренируются слишком мало. То есть той нагрузки, которую они дают себе на тренировке, ее просто недостаточно, чтобы создать стимул к мышцам для роста. Как вы уже знаете из предыдущих видео, ваши мышцы растут во время отдыха от тренировки, но на самих тренировках вы как бы посылаете запрос организму на будущий рост. С другой стороны, есть те, кто тренируется слишком много, и это опять же контрпродуктивно. Впоследствии приводит к застою в прогрессе, либо вообще к травмам. Поэтому еще раз. Когда вы планируете свою тренировку, ее продолжительность, ее состав, всегда смотрите за тем, чтобы у вас был прогресс и не было травм, и вас ждет успех. Вот и все на сегодня. Надеюсь, теперь вы будете немного по-другому относиться к вопросу продолжительности тренировок и того, сколько времени она вообще должна занимать. С вами был Антон Кучумов, канал Workout Fitness городских улиц. До встречи в следующих видео.